Всем привет! Иногда нам нужно бывает сделать ровную линию по краю фанеры, например, чтобы ее потом затем отпилить. Либо мы размечаем какую-то доску, либо еще просто какую-то заготовку. Вот, я покажу свой метод, как сделать это без линейки. Этот способ разметки поможет вам сделать ровную линию вдоль края вашей заготовки. Естественно, если это нужно где-то на большом расстоянии от края, то здесь уже без линейки не обойтись. Берем карандаш вот таким вот образом, чтобы средний палец находился под карандашом. Далее по краю вы отметили, например, какое расстояние вам нужно отпилить. Теперь мы берем карандаш, приставляем его к линии, а средним пальцем упираем в край вашей заготовки. И таким образом проводим линию вдоль всей вашей доски или фанеры, что вы там размечаете. Вот таким образом можно легко и без линейки сделать ровные линии, идущие вдоль края вашей заготовки. Быстро и просто.